Всем привет! В этом видео вы узнаете официальную информацию от разработчиков, когда, как и где можно получить абсолютно бесплатные крутки внутри игры. Всем приятного просмотра! На стриме разработчики официально объявили, что теперь игроки смогут получать награды за прохождение заданий архонтов. То есть за каждый акт задания одна ивентовая крутка идет нам в карман. И уже 1 марта игроки смогут собрать эти бесплатные крутки прямо в журнале приключений. То есть просто зайти сюда в раздел гид и собрать здесь все новые награды 1 марта. С обновления 1.0 по обновление 3.4 в игре есть 22 задания архонтов. А в следующем обновлении добавится еще одно задание. Итого, максимум 23 крутки можно получить просто за прохождение сюжетки. А если сюжетка у вас уже пройдена, то вы просто заберете свои награды из журнала. То есть проходить заново ничего не нужно. Кстати, уже 1 марта в нашем телеграме будут опубликованы новые официальные промокоды для игроков. Поэтому не пропускайте халявные примогемы. Ссылка в описании. Почему крутки считаются халявными? Потому что сюжетка — это та часть игры, которую доводилось проходить всем игрокам. Смотря сколько актов они прошли, столько круток и получат. И раньше игроки как бы вообще не знали, что за прохождение сюжетки начнут выдавать крутки, но все равно проходили ее. Например, у меня у самой сюжетка пройдена полностью, так что я просто зайду и получу на халяву 22 крутки. Ну а кто прошел лишь часть сюжетки, у тех будет стимул пройти ее полностью. Если не ради сюжета, то хотя бы ради круток. Напишите в комментариях, пройдена ли у вас сюжетка игры и довольны ли вы добавлением таких наград. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!